Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня я решила приготовить пончики и, конечно же, заснять это на видео. Поэтому сегодня будет самый первый выпуск моей новой рубрики «Cooking». Чтобы приготовить пончики, нам понадобится мука, одно яйцо, кефир, подсолнечное масло, одна щепотка соли, сахар и сода. Что ж, теперь мы можем начать. Мы берем миску и выливаем 1 стакан кефира. Далее яйцо. И нам понадобится 5 чайных ложек сахара. Ну и, конечно же, щепотка соли. Все это взбиваем. Нам понадобится наша сода, 1/2 чайной ложки, подсолнечное масло, 3 чайных ложек. Мука, 3 стакана. И, конечно же, все это взмешиваем. Также нам понадобится кружка и маленькая рюмка. Вот что у меня получилось. Моя собственная армия пончиков. Теперь подогреваем сковородку. И выливаем масло. Вот и все, мое видео подходит к концу. И хотела сказать, что это видео я снимала совместно с чудесным видеоблогером по имени Настя. Ссылку на ее канал я оставлю внизу в описании. И она сняла тоже такое видео, кукинг. Посмотрите, что вкусненького приготовила она. Может, вам понравится, и вы решитесь тоже это приготовить. Ну вот и все. Всем пока-пока. Я вас люблю, целую. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока.